Здравствуйте, друзья! В этом видеообзоре я вам расскажу про велосипед фирмы Mirida, модель MAT40 Искра. Велосипед идет немецкого производителя, фирма Mirida. Велосипед идет с алюминиевой рамой. То есть велосипед у нас облегченный. Идет с дисковыми тормозами. Дисковые тормоза тут идут гидравлика. Гидравлика фирма Tektra, модель Драка. Соответственно, что-то у нас идет с дальнейшего функционала. Переключатели скоростей тут идут Оливио, Шиманова Оливио. И ручки переключения, то есть монетки, тоже, соответственно, идут Оливио. Скоростей тут 24, то есть 8 звездочек сзади и 3 спереди. Что немаловажно, педальки тут идут металлические, с подшипником внутри насыпным. Такая вот рамка металлическая идет, и внутренняя часть педали у нас идет пластик. Потом вилка. Вилка тут у нас идет 100 мм ходом. Тип вилки пружинный эластомер с масляной ванной. Что значит пружинный эластомер? Это значит то, что в левой ноге у нас находится пружинка с эластомером. Эластомер нужен для того, чтобы вилка у нас жестко не отбивалась назад. Ну и, соответственно, пружина – это сам пружинный элемент, то есть пружинка обычная. Он идет у нас с регулировкой жесткости. То есть тут такой вот регулятор идет на плюс или на минус. То есть можно вилку сделать жестче или помягче. Правая нога у нас идет с масляной ванной. То есть это вот такой вот рычажочек. Как видно, тут переключается на красное и на зеленое. Что это значит? Зеленое — это значит то, что у нас вилка ходит в свободный ход. На красной вилка у нас выключается. То есть вилка становится жесткой, как будто вы едете на шоссейном велосипеде. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы по шоссе, когда вы едете, вы не теряли скорость. То есть установили на красную, и скорость у вас не гасится. То есть ваше все педалирование уходит в динамику. Что еще? Ну, все велосипеды Mirida идут со звоночком. Таким вот простеньким. Обязательно катафоты. Вот. Велосипед предназначен для смешанного катания как в городе, так и на пересеченной местности. Такая вот универсальная модель. В принципе, все. К велосипеду идет описание, гарантия вот в таком вот виде. Книжечка идет на русском и на английском языке. С гарантийным талоном. С полным мануалом. Гарантия на велосипед идет 3 года на раму и год на оборудование. Оборудование входит в себя все переключатели скоростей, тормоза, вилка, ну и все подшипники, вся вот эта вот система. В принципе, все. Спасибо за внимание. Приходите в наши магазины.